Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы огребали. Ну как, в принципе, вся серия была довольно неплохой, хотя там было топтание на месте. Мы по новой сходили в нарисованный мир, поискали броню, но не нашли. Мы попытались проникнуть в этот замок, это нам не очень легко удалось, потому что пришлось пройти по карнизу. Но, тем не менее, короче говоря, мы пробрались в этот замок. Что самое печальное, сразу два фантома за одну серию на нас напали. И это, надо сказать, не очень приятно было, потому что фантомы были, если первые еще примерно моего уровня, то есть, ну, где-то уровня на 10, наверное, выше всего был, то второй был просто натурально гораздо сильнее меня и убил меня, ну, с двух, по-моему, ударов, что ли. Это, по-моему, было не круто. Так, ну и теперь давайте, собственно, с фантомами разберемся как-нибудь потом. Хрен бы с ними. Вот сейчас мне нужно защищать данный замок. Что самое печальное, что данные враги, они очень опасны. И, скорее всего, вот умереть можно, короче говоря, на любом из них вообще без проблем. Так, я хочу тебе бэкстеп сделать. Ладно. Хорошо. В целом это получилось неплохо. Так, тут у нас еще один ждет. Давайте потихоньку, помаленьку, не спеша зачищать. Вон он бежит. Слабость у него к парированию. Я что-то парировать вообще не умею. Поэтому я лучше проще по старинке как-нибудь. Да твою мать, увидели? Какой он непредсказуемый. Так, лечимся, пока он там машет своим веслом. Фу, блин, эти враги мне дадут попотеть. Это офигеть просто. Каждый враг — это натурально головная боль. Так, я могу пойти наверх. Враг спереди. Тут кругом враги. Причем, блин, эти враги меня просто доконают. Так, что у нас тут еще есть? Я слышу какое-то неприятное дыхание, такое, как в СПЦ. Не СЦП. Вечно путаю. Невероятное сокровище спереди. Что это такое? Что это за звуки? Че, кладовая какая-то, что ли? Че за звуки вообще? Ага! Лично. Блин, вот это натурально напоминает спуск по лестнице. Звуки такие же неприятные. Так, а это что там? Ладно. Хорошо. Вообще, я думаю, эта серия будет полна боли. Ой, как тут темно. Потому что в этой серии враги какие-то натуральные. Ну, увидели, да? С врагами здесь нужно быть очень осторожным. Но это темные рыцари, то есть, что еще говорить? Самые сложные противники в игре. Здесь они в качестве рядовых боссов. Ой, рядовых противников. Что я несу? Так. Враг спереди. Ну, собственно, вот в чем отличие. У сундуков с мимиком цепочка тянется ко мне. Как видите, она лежит в эту сторону. У обычных сундуков. Ну-ка. Да. У обычных сундуков она лежит по-другому. Dragon Tooth. Хейвелс, великий щит. Это не для меня, он для меня тяжелый, я думаю. Хейвелс, шлем, броня. Тяжеляк какой-то капитальный. Я думаю, тут они нам пригодятся, как раз такая броня, потому что здесь очень сильно все упирается именно в урон получаемый. Меня просто сносят. Так, ну и осталось с мимиком разобраться. Он тут один, я так понимаю. Но подождет маленько. Так. Да, защита, конечно, прекрасная вообще.
Я просто как танк стал. Осталось только вот вместо этого кольца надеть Havel's Ring. То есть оно как раз приспособлено для данного типа брони, чтобы его можно было носить. О, вот это танк. Ну-ка. Подожди. Странно. Я все равно медленно бегаю. Ну ладно, пофигу. Это, конечно, вообще прекрасно, по-моему. Ну ладно. Сейчас, кстати, противник будет очень уворотливый. Поэтому, блин, не знаю, нужна ли мне такая броня. Тихо. Не надо меня хватать. Ты посмотри, половину жизни сразу. Да. Нет, не вариант. Не та броня. Мне нужна подвижность. Можно, конечно, пожонглировать, чтобы добиться более-менее нормальной подвижности, но как-то... Ну, так хотя бы, да? И как в валенках. А, так, а если еще шлем надеть... Так, ну-ка. Нет, все упирается именно в броню. Так, одеваем восточную броню плюс один. Шлем одеваем вот этот. Нет, со шлемом тоже уже тяжеловато. Так что ладно, в принципе, вот так будет достаточно. Что за культ клаб? Что он нам дает? Я, честно говоря, не знаю, чем это он бьет, но он не дивайн, то есть не против нежити, не ро, то есть кровотечение не делает. Что это такое? Для чего он такой? Ну ладно, пусть будет, потом разберемся. Видок у меня, конечно, теперь. Ну ладно, вроде мы тут все взяли. Ну неплохо так, неплохой тайничок. Хорошо. Вещь спереди. Да я уж понял. Так, кстати говоря, подлечиться надо бы. Довольно-таки неплохо идем. Так, что у нас за этой дверью? А там подожди. Ага, это нам как подсказка была, что там секретка. Потому что двери нет. Я бы заинтересовался, я бы все обнюхал, чтобы понять, как туда попасть. Хорошо. Открыто с другой стороны. Ой, закрыто с другой стороны, вернее. Так, 7 аптечек, не сходить ли мне к бонфайру? Да нет, наверное. В принципе, можно уровень поднять. Хотя нет, не хватит пока. Короче, давайте исследовать. Попробуй спрыгнуть. Куда спрыгнуть? Что вы несете? Что такое вообще? Блин, какое-то жуткое место надо отметить. Натурально этот темный замок мне напоминает ОСПЦ. Тихо. А, это голова, я думаю, блин. Я надеюсь, она не оживет. Нужна святость. Для чего, интересно? По-моему, фигня какая-то. Так, где мы находимся вообще? Там внизу у нас еще один рыцарь стоит. Но мы отсюда, похоже, не попадаем туда. Зато можно посмотреть на эту, на эту тварь, офигеть. Так, ладно. Из этой двери такое ощущение, что дышит. Тихо, блин, чуть не впоролся в тебя. Блин, вот с тобой драться там, в той комнате, это будет смерти подобно. Ты меня закрутишь просто. Слишком уж у тебя удары по площади бьют. Да твою мать, ты что ж такой быстрый-то, а? Ох уж эти противники.
Скотина. Да, блин, напряжные противники, надо отметить. Напряжные. Так, попробую. Ага. Так вот, кто дышит. Опасайся, рыцаря. Да я уж заметил. Так, но я отсюда не смогу сверху расстрелять-то его. А, то есть мне перила помешают. Да-да-да. И спуска тут никакого к нему нет. Значит, он где-то на первом. Подожди, я же на первом только что был. Так, тут никто не прибежит. Что-то я слышал шаги чьи-то. А, я вижу мимика. Хорошо. Давай. Так, пока он вставал, отлично. Золотая монетка. Хорошо. Я не знаю, для чего она, но пригодится. Можно сказать, уровень поднять. Я, правда, не знаю. Блин, еще один мимик. Да, вот по этой цепи их довольно легко вычислять, оказывается. Давай, давай. Давай, давай, браток. Хорошо. Ну, мимиков я уже тоже перерос. Можно их убивать до того, как они, собственно, встанут. Так, откуда там стоит такой? Ну, то есть я знаю, кто там стоит, но что он там стоит? Он не побежит ко мне сейчас? Я слышу шаги постоянно вокруг себя, и я не понимаю их природу вообще, этих звуков. Ну чё, бляха-муха, иди сюда. Ой, тихо. Это опять этот стрелок ворошиловский. Так, ну, мне остается только, я думаю, к нему бежать. Да. Стабильность у данного меча оставляет желать лучшего, но на пару ударов хватит, а мне больше и не нужно. Хорошо. Ладно, поймал я какой-то такой... как это назвать? Тихо, подожди. А ты там что делаешь? Ладно, сейчас пойдем проведаем этого паренька. Темп, короче, поймал какой-то, которым с ними легче получается драться. тысяч душ, блин. Надо бы вернуться, но после этого мне придется по новой всех этих рыцарей убивать. Так что ладно, как убьют, так убьют. Надеюсь, до того времени мы доберемся до бонфайра. Блин, слушай, покои шикарные вообще, да? Гена. Прекрасно, по-моему. Но здесь уже явно члены этой королевской семьи жили, что ли. Бля, офигенно. Просто офигенно. Так, блин, я не знаю. Мне охота, чтобы дроп был получше. Но сейчас я сниму это кольцо, и у меня выносливость резко упадет. Да. Теперь я бегаю как какой-то... Да пофигу, давайте возьмем свою броню, лучше ее будем качать. Защита, конечно, капитально падает, но зато и с выносливостью у меня таких проблем нет. Я все-таки на скорость больше, на ворота. Ага. Засаду решил мне там устроить. Скотобаза. Иди сюда.
Что, мне его не выманить, что ли, таким образом? Да твою мать, не мешайся хоть ты тут. Я сейчас огребу, по-моему. Ну, давай, потанцуем. Волочонок. Блин, все-таки насколько круто быть подвижным персонажем. Блин, третий удар. Я забыл, что он третий удар делает. Так, давай. Давай второй. А, скотина. Так, подлечимся. Сейчас у меня снесет, конечно, часть от этих ударов. Да твою-то мать! Блин, да чего же напряжные противники эти рыцари? Остается тупо на размен ударов переходить. Да твою же... А, скотина, да что ж ты... Ой, бляха-муха, какие сложные противники. Кому охота, сами попробуйте. Это просто какой-то капец. Ой, блин, натурально. Сейчас мне... Да мне, в принципе, не так много идти вперед. Убить одного... Двух противников всего убить. Не так далеко, просто я там защищал каждую комнату, а сейчас-то мы по-быстрому до тут добежим. Так что, собственно, погнали. Так... Один здесь. Самое главное сейчас не расслабляться, потому что он меня может и убить. Он очень сложный. Так, второй будет, нет? И хрен поймешь, вот то наносит второй удар. То не наносит. Да, я знал, что я хапну. Это было глупо. Переть на него. Скотина тупая. Так, подожди, кстати говоря, вот тут вот у нас внизу показывает, что сидит. Ну, вы поняли, кто сидит. Но на деле там его нет. А когда поднимаешься по лестнице и смотришь, я не помню, тут какой-то промежуточный этаж, что ли, есть еще. Вот это, например. Я был на этом этаже, нет? А, это поэтому пишет, попробуй прыгнуть. Хорошо, сейчас я только за своими душами сбегаю. Так, тут у нас воин тут. И тут ничего. Тихо. Блин, откуда эти шаги все? Вообще не понимаю. Братья, давай затанцуем с тобой. Давай. Скотина быстрее меня оказался. Не знаю, может шател против них попробовать. То есть у Чигатана, на мой взгляд, конечно, получше, но шател в два раза более быстрый. Это, по-моему, тут неплохо может нам помочь. Ну-ка, с двух рук удар. Нет, все-таки это, по-моему, не то маленько. Так, хорошо, это мы взяли. Давайте попробуем спрыгнуть там с того этажа. Там у нас какой-то секретный этаж. Возможно, там что-то хорошее лежит. Ну, в Dark Souls в основном ничего не означает. То, что секретный этаж. Скорее всего, ты просто там... огребешь от секретных монстров. Вот и все. Так, блин. Да не могу я тут спрыгнуть. Это же невозможно. Ага. Так.
Так, я не понимаю, что-то эту лестницу. Ладно. Ладно. Мы привыкнем. Ко всему привыкнем. Так, тут у нас... Отлично. Вон там на этаж выше мы были. А там внизу у нас... с копьем. Да, не все неприятны, что с копьем, что с мечом. Каждый по-своему плох. Но хорошим ни одного из них я назвать не могу. Дружок, вот и ты. В таком закрытом помещении, я думаю, с тобой будет прекрасно драться. Очень весело. Блин, ну нафиг этот шатал. Лучше куча готам. Я к ней привык. Мне с ней спокойнее. Я надеюсь, ты не убьешь меня с первого удара. Нормально так. Так, тихо, тихо. А, скотина, я пропустил анимацию твою. Так, тихо, тихо, тихо. О, сейчас прыгнет. Да ты посмотри. Так, тихо, тихо, тихо. Хорошо, что есть куда отступить, подлечиться. Так, ну что, дружок, продолжим. Раунд 2. В первом ты меня выиграл. Харенас 2. Да ты еще... Давай, дох, не мать твою, уже... Давай. Да это просто. Я не понимаю. Давай, скотина. Да ты, скотина. Мать, что ты не дохнешь-то? Бляха-муха. Ой. Ты чё такой крепкий? Ты же никогда таким крепким не был. Я понадеялся на то, что ты, как обычно, там серии с трех умрешь. А ты что-то вообще какой-то Дункан Маклауд натуральный. Фу, блин, вот это было сложно. Вот это было сложно. Зато оно того стоило, демон Титанет пойдет на прокачку. Это, похоже, тронная комната какая-то была ранее. Ух, блин, я аж вспотел. Вот это было сложно. Так, что у нас здесь? Туда мы успеем пойти. Я не совсем понимаю эту лестницу. То есть здесь они как-то друг за другом идут, что ли? Вот тебя-то мне и не хватало. Для полного-то счастья. Так, мне нужно, чтобы ты приблизился ко мне. Блин, на лестнице, конечно, с тобой драться это смерти подобно. Практически верная смерть. То есть у него удары, они идут сверху вниз и практически всегда задевают. А мне вот до него долезть будет проблематично. Да твою-то мать. Фу. Довольно сложно было. Блин, у меня 46 тысяч душ. А я все иду вперед. Что-то нам дает. Так. Ага. Вижу, вижу. Дорогой. Вот и все, а ты боялся. Так. Я, честно говоря, не знаю, что тут делать. А, туда пойти или туда пойти. Отсюда выбежал этот противник.
Так что, скорее всего, сюда нужно пойти лучше. Потому что врагов нет. Попробуй ранжированные атаки. Ну, я тут уже, то есть, если бы... Ой, если бы я наоборот шел. Так, подожди. Ты идешь за мной, нет? Идет. Тут нам с тобой можно будет потанцевать. В принципе, на открытом пространстве они не такие страшные, как могли бы быть. А вот на закрытом это самые сложные противники в игре. Да даже на открытом, в принципе, они самые сложные противники в игре. Но я уже просто выкупил тактику против них. Я, по-моему, понял, где мы находимся в итоге. По-моему, больше не должно быть врагов. Да, точно. То самое место, где я любовался на картину. Так, ну, пойдемте во вторую, что ли, башенку. Посмотрим, что там. Надо сказать, что местная архитектура меня радует. Несмотря на то, что в предыдущей серии я в целом ругал Анарлонда за то, что здесь как-то очень много мест, куда не попадешь. Ну, то есть, тебя за это ругать, конечно, глупо, просто по сравнению с Андетбургом тут много... Вот именно там, куда не посмотришь, там туда можно было попасть рано или поздно. А здесь же все-таки такого меньше. Так, что у нас тут лучше щит достать? Здравствуй, здравствуй. Вот и ты. Я, кстати, знаю, где мы сейчас окажемся из этой комнаты. Опять спишь. Что еще может быть сделано? Толстячок. Да я в курсе. Ты что, опять с тобой? Нельзя поговорить, что ли? А, ты снова. Дай угадаю. Тебя побил Серебряный рыцарь? Не стыдись. Но мы с этим что-нибудь придумаем вместе. Серебряные рыцари, это значит, что эти Dark Wraith серебряными рыцарями называются. Два сразу, твою мать. Ой, бляха-муха. Иди ко мне. Только толстячка не трогай. Да ты чё такой нервный ты, мать-то твою за ногу. Давай, давай. В блок ушла? А, нет, не в блок. Все, вот так вас, конечно, довольно просто бить. Так, чё с тебя выпало? Прямой меч Серебряного рыцаря. Это прекрасно, по-моему. Люблю прямые мечи. Урон, кстати, крайне хороший для такого веса. Да ладно, побаловали, хватит. Хороший меч. Мне вообще с самого начала хотелось прямой меч себе, но как-то, блин, не сложилось, не склалось, как говорится. Как мне посоветовали с Учигатаной бегать. Так, я надеюсь, ты один побежишь. Толстячка не трогайте, так, пожалуйста. Так, тихо, без нервов. Ну вот такая тактика, это, по-моему, самая прекрасная против них. И только так можно с ними жить. То есть два удара и труп. Отлично. Так, ну и последний остался, его можно будет прямо там в комнате убивать, потому что там места полно. Убивать главное. Драться с ним, убивать не факт. Потому что последний раз, когда я говорил убивать, убили меня.
тихо. Хорошо. Приучился я к бою с ними. Это прекрасно, по-моему. Я сейчас даже знаю, где мы находимся. Что-то вы тут, ребята, набедокурили, надо отметить. Там никакого секрета нет. Так, и теперь, возможно, мне нужно с тобой поговорить. Потому что, может, теперь ты захочешь дальше двигаться куда-то. Что у тебя на уме, друг? Что, ты победил этих монстров? Фантастика, я спасен. Рыцарь Катарины. Короче говоря, очень хорошо отзывается о нас. Возьми этот жетон в мою благодарность. Ух ты. То есть не жетон, а колечко. Ладно, братюнь, всего хорошего тебе, что за кольцо он дал. Я даже название не успел прочитать, но вот оно, по-моему. Немножко увеличивает ХП. Отлично. Если это оно было. По-моему, оно. Так, и у нас сейчас... Подожди, ну-ка. Это мимик. Да, по-моему, мимик. По-моему, в эту сторону. А, нет. Не мимик. Отлично. Так, где-то здесь должен быть бонфайр. И теперь у нас есть срез. Только куда он ведет, я пока не понял, но, по крайней мере, есть, и ладно. Так, тут у нас копьеносец. Пусть себе стоит. Мы сейчас поднимем уровень, и у нас еще останется все равно куча душ, которые некуда девать. Ну да ладно. Так, с этой стороны, по-моему, бонфайр-то у нас. Да-да-да. Что там по времени? В принципе, серию можно прекратить, но... Давайте еще минут 10 побегаем. Так, сейчас у нас выбежит по новой эта братюня. И я уже приучился к ним. Это прекрасно. Два удара и труп, считай. Интересно, а через тот срез сейчас... там по новой будут эти противники трое сразу в одной комнате? Я думаю, да. Это печально. Но, в принципе... В принципе, мы сейчас можем... Там же с другой стороны можно подойти. Главное их не сагрить сейчас. То есть пойти вот в эту комнату. Так. Ну вас нафиг. Братень, шел бы ты сюда. Я боюсь к тебе сам лезть. Ах, я так и знал. Ну, давай еще, еще удар. Хорошо. Сейчас наверху такой же будет. Еще один мечик. Ну, мне, конечно, один только нужен, по идее, но все равно приятно. Приятно не внимание. А, блин, что я несу вообще? Приятен не подарок, а внимание, я хотел сказать. Так, сейчас я выбегу. На меня нападет. И тот, и этот. Поэтому лучше сначала одного выманить. Если мне дадут, конечно. Так, ну, дружок... Нет, фреймрейт, не подводи меня.
Отступаем, пока можем. Ладно, я был готов пойти на это. Подлечимся. И, собственно, вторая башенка у нас ведет к толстячку. Что нам тут еще делать? Ну, продвигаться дальше там. Около него. Не знаю, разберемся. Тихо. Аккуратно. Эй, лук у вас, конечно, ребята, что надо. Офигеть, какая бандура. Собственно, с такой меня, по-моему, темный фантом и убил, когда мы только в первый раз пришли в Аннерлонда. Скинул меня. Так, тут больше ничего, я так понимаю. С той стороны. С той стороны тоже. Давайте дальше смотреть, что у нас здесь. Опасайся лжеца. Какого лжеца? О чем вы вообще? Что вы несете? Две параллельные лестницы, это, конечно, круто. Так, тут мы сейчас спускаемся к... Понятно. Давайте тут смотреть. А тут, да, блин, я испугался этой вазы. Тут довольно-таки спокойно. Только эти рыцари, только они в каких-то балахонах в этот раз. Что-то мне вниз туда к ним не особо охота. Давайте наверх сходим лучше. Не особо хорошие воспоминания у меня от этих рыцарей. Надо отметить. Ну, то есть, драться с ними можно, но если больше одного, то это практически наверняка погибель. Так. Я что-то путаю? Или... Это нас ведет я думаю, эта штука нас ведет, помните, там секретка наверху лежала, то есть около входа в этот замок. А больше тут, я так понимаю, ничего и нет. Ладно, давайте туда попробуем пойти. Так-то этот путь мы уже знаем, и даже не так много врагов. Так что... Блин, вот этих тварей, конечно, не люблю я. Да-да-да. Великий лук. Убийца драконов. И стрела. Так, я все правильно понимаю? 90 урон, офигеть. Вот это бандура. Так, Цельси написано. Подожди, а я стрелу для нее не кипировал. Вон оно что, Михалыч. Урон 100. Ну, по-моему, оно того не стоит. Не знаю, я их не видел в продаже еще. Блин, что-то не хочется брать их. Так. Ох, нифига он ставит. Прикольно. 224. Нормальный такой вариант. Не знаю, я как-то уже прикипел к своему лонгбоу плюс 9. По-моему, это даже более приятное оружие. То есть оно более поворотливое. Меня там внизу ждут. Где-то подо мной я слышу
Удар молотком. Видимо, где-то здесь кузнец. Куда ты пошел? Да-да, швыряй в отмах. Так, а с тобой что делать? Что-то эдакое, видимо. Так, ну я примерно понимаю, где я нахожусь. Это, по-моему, прекрасно. Сейчас мы откроем эту дверь. Интересно, ключ какой-нибудь нужен или просто откроем? Нет, просто откроем. Теперь у нас тут шикарный срез. А ты, братюня, сюда не попадешь. Пососни. Хоть забуксуйся там. Так, ты у нас, я думаю, сейчас я в тебя пущу стрелу, и ты у нас полетишь вниз, да? Оп. Ну да. И давайте посмотрим. Тихо. Я так и знал. Где ты вообще? Придурок. Тоже скинулся. Сбросился вниз. С утеса. Так, вот наш лифт. Титанит Чанг. Это прекрасно. Что тут еще есть? Какие-нибудь иллюзорные стены. Ну, с этой стороны явно ничего нет. С этой, возможно, и есть. Нет, тоже нет. Ладно, хоть попробовали. Надо уже, блин, поднимать уровень. Сколько уже душ-то? Ой, твою мать. Это ты у нас кузнец такой, что ли? Ха, нормально. Мелкая работа такая. Ты кто такой? Заковать тебе оружие. Так, модифицировать. Можно в лайтнинг сделать. Можно тоже в лайтнинг. Так, но мне нужно притащить сюда. А, вот смотри. Блин. Что улучшить? Я так понимаю, что и то делать с помощью... Да, вон там, видите, наверху в правом углу соло в квилак. Либо мы делаем огненный фурисворд, либо делаем катану свое лучше. Но с другой стороны, она становится хуже, но при этом будет кровотечение полно. Я, пожалуй, лучше учигатану прокачаю. Как бы мне не пожалеть об этом. Это, блин, решение потом не возвернусь. Но я как-то всю игру проходил с этой учигатаной, так что мне хочется этого. Так, что еще можем? Ну, с тобой пока ничего не будем делать. Хаосблейд. Ух ты, демон Титанит 1. У меня их целых 9. Сейчас мы ее прокачаем сразу. Причем довольно неплохо. О, сколько у нее урона уже. О, я ее сильно лучше сделал. Так, в следующий раз демон Титанит найдем, и нужно будет прокачать ее дальше. Ну, вы посмотрите, со 190 на 216, это уже, по-моему, прекрасно. Вот именно таким оружием полностью прокачанным меня и долбили с пятёмные фантомы. Да хрен с ним, верно? Так, сюда нам нужен Твинклин Титанит, но у нас его нет. Что ты продаешь? Смотри, хорошо. А, о, смотри. Так это можно будет броню прокачать. Ну, это между сериями уже. Потом как-нибудь, когда я сегодняшнюю порцию серии отсниму, можно будет восточную броню по полной прокачать. Хорошо. Ох ты, какие. 500 штук заодно. Да вы охренели, что ли, совсем? Нет уж, спасибо, я этим луком не буду пользоваться. Я лучше он за 50. Тише едешь, дальше будешь, как говорится.
Офигеть. Гигантский шлем, гигантская броня. Вот они тяжелые-то какие. Так, хорошо. Это все прекрасно. В принципе, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. В следующий продолжим свое продвижение по этому замку. Теперь у нас получше оружие стало. Я думаю, нам будет полегче драться с этими рыцарями. Да я вообще рад, что наконец-то я сделал себе эту самую Учигатану кровоточащую. Это, по-моему, прекрасно. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.